Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии». В студии Светлана Хабарова в начале коротко о событиях недели. Троицкую родительскую субботу и День памяти и скорби отметят 22 июня. Радуга талантов на Уваровской земле, в селе Старая Ольшанка, прошел православный молодежный фестиваль. В рубрике «За советом к батюшке» поговорим о великом празднике Святой Троицы. В этом году празднование Троицкой родительской субботы совпало с Днем памяти и скорби. И в храмах, и в мемориалах в честь воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, пройдут панихиды, а в 12:15 по московскому времени – всероссийская минута молчания. Минута молчания проходит одновременно во всех регионах страны. Участники мероприятия почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложат цветы к памятникам, посвященным Великой Победе. В храмах Благочиния Уваровской епархии, как и во всех православных храмах России, в этот День памяти усопших верующие приходят на особую вселенскую панихиду. В Троицкую родительскую субботу церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких. Но кроме любимых наших сродников и друзей, у нас есть еще множество братьев во Христе, которых мы, и не видев их, должны любить, о которых, даже и не зная их имен, мы должны молиться. Так устанавливает церковь и старается поддержать такой порядок, при котором молитва о каждом православном христианине будет непрестанно возноситься даже и тогда, когда не останется в живых никого из лично знавших его, когда забудется на земле имя его. Молитва о нем будет непрестанно возноситься до скончания века. 18 июня в усадьбе Воейковых-Поленовых в селе Старая Ольшанка по благословению епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия уже в 14-й раз прошел православный молодежный фестиваль «Радуга». В этом году его главной темой стала «Семья, малая церковь». Организаторами мероприятия выступили администрация Уваровского муниципального округа и Уваровская епархия. Более 130 участников из разных уголков Уваровской епархии. В этом году старинная усадьба в селе Старая Ольшанка вновь стала площадкой для проведения православного молодежного фестиваля «Радуга». В нашем фестивале принимает участие около 16 делегаций. Это представители образовательных организаций Уваровского муниципального округа и представители воскресных школ Уваровской епархии. Атмосфера вот этого мероприятия, она была всегда пропитана духовностью, верой. Именно вот в своих выступлениях ребята стараются вложить всю свою душу в выступление, донести до зрителей все, что они чувствуют в этот момент. Я думаю, что это мероприятие очень значимое не только для детей, но и для взрослых, и для всех гостей нашей Старой Ольшанки. Красочный смотр детского и молодежного творчества по традиции предварял молебен в храме Воскресения Христова, возглавил который благочинный Умёцкого благочинческого округа протоиерей Сергий Тишкин. За богослужением участники и гости фестиваля вознесли молитвы Господу о родителях и детях, о благополучии и мире в семьях. Ведь главной темой православной радуги стала семья, малая церковь. Поздравляю с сегодняшним днем, что Господь судил нам с вами снова собраться на такое благое мероприятие, когда мы можем показать какие-то свои таланты, свои достижения, порадоваться вместе с вами. Всем вам пожелаю, чтобы вам это все было во благо. Всем отдохнуть,
радости, тепла, мир, добра и семейного счастья. Торжественное открытие 14-го молодежного православного фестиваля состоялось на зеленой сцене у подножия старинной церкви. Всех собравшихся в Старой Ольшанке поприветствовали глава Уваровского муниципального округа Наталья Губанова и настоятель храма Воскресения Христова священник Ярослав Кравченко. Дорогие ребята, уважаемые священнослужители, дорогие педагоги, я вот сейчас смотрю на наш зрительный зал под открытым небом. И знаете, честно говоря, я радуюсь, потому что много лет назад начиналось все с крохотного, с малого. У нас в детском оздоровительном лагере была православная смена. И вот пришла такая идея, а почему бы нам не объединить нашу молодежь и сделать большое, красивое, красочное мероприятие, которое бы объединило всех нас, и власть, и церковь, для того, главную цель, какую мы ставили, а для того, чтобы ценности нашей русской православной культуры, нашей великой русской культуры воспитывать в наших детях. Хотел бы вам пожелать, находясь в этом месте, оставить всю суету, разгрузить свои мысли хоть на несколько минут и просто насладиться этим великолепием, которое вы сегодня увидите. Делегация участников фестиваля под руководством священнослужителей, педагогов и родителей приготовили к мероприятию литературно-музыкальные композиции. Со сцены в этот день звучали песни, стихи, отрывки из произведений, указывающие на важность почитания своих родителей, бабушек и дедушек, прославляющие главные семейные и духовные ценности, любовь к ближнему и родной стране. Общую тему фестиваля «Семья. Малая церковь» отражало и выступление делегации воскресной школы архиерейского подворья Тихвинского храма города Кирсанова. Ребята показали театрализованную постановку и исполнили песню «Счастливая семья». Мамочка, папочка, ангелы мои, с крылышками солнышко, с лучиком любви. Мамочка, Феночка, мирная семья, я вас всем так люблю. Я тут участвую второй раз. В первый раз я очень боялась, потому что неизвестно, какие тут люди, как они воспринимают наше творчество. Но в этот раз я ехала, но даже не боялась. Тут люди добрые, тут много общения, разных красивых мест очень много. Программа фестиваля была насыщенной. В беседке на берегу пруда прошла выставка детского творчества «Семья. Очаг любви и веры». На ней были представлены рисунки и поделки детей, в которых они выразили свои чувства к вечным понятиям семьи и веры. Такие, я думаю, фестивали не очень важны, потому что главная задача – это утверждение семейных ценностей. Утверждение вот этих вот правильных ориентиров в нашем обществе. Надеюсь, что вот этот добрый пример, он будет и для других детей, и для наших детей таким хорошим опытом и общения, и проведения таких вот мероприятий. Ну, конечно, и борение самим собой, вот это волнение, вот это переживание. То есть везде одни плюсы. По завершении фестиваля всех участников ожидали памятные подарки и дипломы. В ходе визита в Старую Ольшанку участники также посетили Уваровский краеведческий музей «Русская усадьба», где познакомились с историей этого места, узнали о хозяевах дворянского имения. Кроме того, для детей был организован мастер-класс по изготовлению фоторамок. Ребята проявили большую фантазию, украсив свои работы лентами, стразами, цветами и бусинами. Не обошлось в этот день и без угощений. Всех участников почивали вкусным ольшанским чаем и сладостями. Праздник получился по-настоящему семейным, светлым и радостным, оставив добрую память в сердцах детей и взрослых.
23 июня православные празднуют День Святой Троицы, один из 20 праздников, 12 главнейших после Пасхи праздников в православии. Подробнее поговорим об этом с гостем нашей студии, благочинным Уваровского благочиния, священником Виктором Кончаковым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему так называется праздник Троица или еще другое название Пятидесятница? Вот расскажите, почему так? Троицей мы называем, потому что прославляется Святая Троица особо в этот день. А Пятидесятница, потому что это происходит праздник всегда на 50-й день после Пасхи. Какие события произошли вот в этот день, что православные так чтят этот праздник? Самое важное событие, которое произошло, это сошествие Святого Духа на апостолов. Было то самое такое известное чудо, когда проповедовали апостолы и говорили народам разных языков, их было много, и каждый слышал свое наречие, вот, и понимал, о чем было слово о Христе. Каждый слышал, да, свою речь родную. Вот, и после сошествия Святого Духа по всей Вселенной, как мы говорим, читаем, началась проповедь о воскресшем Христе. Поэтому и говорим, и мы уже можно сказать о рождении Церкви в этот день. Вот, еще говорят, что в этот праздник на Троицу празднуется день рождения Церкви. Правильно ли это? Да, да, мы чтим в этот день рождения Церкви, потому что Троица, сошествие Святого Духа – это такое завершение божественного откровения, когда оно началось в Ветхом Завете, продолжилось уже в Новом Завете в учении Христа, Господа нашего, и уже сошествие Святого Духа. И в этот день, и как бы во всей полноте, вот так нам раскрывается Святая Троица, вот насколько мы можем постигать. Конечно, она для нас непостижима во всей полноте, но вот для человеческого как бы разума, насколько мы можем вместить, нам Господь открывает. Батюшка, расскажите, пожалуйста, про особенности богослужения на праздник Троицы, каковы они? Утром, как обычно, мы служим литургию божественную. Это, наверное, самое такое красивое в плане того, как украшают храмы. Вот и отличается внешне. И это когда траву расстилают по всему храму, березки стоят, украшают особенно иконы, праздничную икону. Очень-очень много такой вот зелени, цветов. Это что-то обозначает? Это, ну вот, видите, мы говорим еще о рождении Церкви, вот, поэтому как-то это особенно вот такая традиция возникла украшать храмы вот таким образом. Но вот по чину, последованию, утром служится литургия, как обычно, а вот после литургии уже служится такая особая праздничная вечерня с коленопреклонными молитвами. Это такой очень важный момент, и стараемся, конечно, все присутствовать именно вот на этом богослужении, как неком таком благословении на будущий год грядущий. Мы и на Пасху тоже это как бы понимаем, что вот мы готовимся к этому встрече воскресшего Христа. И на праздник Троицы, конечно, желательно всем быть, особенно когда читаются эти молитвы. Вот, в День Святой Троицы. Отец Виктор, расскажите, пожалуйста, еще о родительской субботе, которая предшествует празднику Святой Троицы, тоже такой почитаемый день среди православных. Да, в году их несколько дней поминовения усопших, родительских суббот, где мы почитаем всех, и своих родителей, и дедов, и прадедов, и всех от века православных христиан. Да. Слава Богу, что такие дни есть, в церкви установлены, потому что много людей есть, которых, ну, без рода, которые остались, которых уже не помнят. Вот. Но у Бога живы все, и церковь за всех молится. Вот это, конечно, да, у народа, слава Богу, остается в сердцах, и многие-многие приходят в храм. Те, которые, может быть, даже и редко идут, но знают, что если есть родительская суббота, Троицкая родительская суббота. Многие, конечно, приходят помянуть
своих сродников, помолиться о них. Вот, как завещает нам в чине отпевания всегда такие слова есть. «Как будто нам усопший сродник говорит и завещает, но прошу вас всех и молю непрестанно, мне молитесь Христу Богу, да не низведен буду по грехам моим на место мучения». Такой завет души всех наших усопших сродников, о них молиться, пока еще здесь мы живы. И вот эта молитва очень важна, потому что человек, рождаясь в вечность, не может там за себя помолиться как-то, принести Богу покаяние. И, конечно, мы не знаем, обрел спасение человек или нет. Вот. Поэтому молиться очень важно, особенно в такие дни, за всех усопших. Почему так важно быть на праздниках, и особенно на День Святой Троицы? Потому что в этот день было сошествие Святого Духа. Вот да, мы после крещения имеем, как мы говорим там на крещении, печать дара Духа Святаго, вот, и должны это все приумножать и соединяться с Богом, быть все больше и больше подобным Ему, Христу, да, как образ такой вот для нас. Ну а День Святой Троицы, ну вот в том и заключается, что вот эти молитвы, они все вот как бы нас приводят к тому, чтобы мы вот и спрашивали у Бога тех благодатных сил, вот, того Святого Духа, который бы от нас не отходил, и мы достойно его стяжали, вот, имели всегда. Вот, преподобный Серафим Саровский говорит, «Стижи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». И смысл жизни, он говорит о том, что это стяжание Святаго Духа. Вот, это очень важно. Вот, понятно, что кто-то может и не прийти в силу каких-то серьезных обстоятельств. Человек очень серьезно болен, где лежит в больнице, и он всегда ходил в храм, и в этот день он не смог прийти. Или человек уже так состарился и так немоществует, что уже дома просто уже умирает. Вот. И, конечно, он бы хотел прийти, но не может. Вот. Поэтому, конечно, или родственники там молятся, или как-то просят помолиться о них. Вот. И вся церковь молится о таких людях, которые не могут прийти, особенно это на божественной литургии. Вот. А те, кто могут прийти, конечно, для которых Христос – это Бог истинный, и они понимают, зачем они живут, поэтому и стараются как бы этот день не пропустить. Вот, и посетить, да, попросить у Бога того сошествия Святого Духа, который нас, который немощное врачует и оскудевающее восполняет. По словам святителя Василия Великого, Святая Троица досточтима в единой и вечной славе везде, имеет одно и то же единое божество, неразрывно, нерассекаемо, нераздельно, все исполняет, все содержит, во всем пребывает, все зиждет, всем правит, все освящает. Благодарим вас, батюшка, за подробный рассказ о Святой Троице. Спаси, Господи. Молитва – это центр духовной жизни, а духовная жизнь соединяет нас с Богом. В этом и есть смысл христианской жизни, чтобы мы здесь, преодолевая какие-то свои слабости, немощи, грехи, страсти, очищая свою душу, наполнялись Духом Божиим и через Духа Божия соединялись бы с Богом здесь, во временной жизни, чтобы там, в вечности, быть с Ним. По окончании нашего выпуска разрешите напомнить слова преподобного Амвросия Оптинского. Потребно держаться совета святого Исаака Сирина, стараться не видеть злобы человека. В этом состоит чистота душевная. А мы с вами прощаемся, дорогие телезрители, до следующей недели. Всего вам доброго, и пусть Господь хранит вас.